запустил стрим наконец-то на свой канал. Случайно запустил его, не сменил нужные параметры, запустил на наш Twitch основной. Потом там мы это потрём быстренько, чтобы никто ничего не увидел. Надеюсь, никто особо того не успел прийти. Сейчас я буду читать комменты с своего канала. Казус небольшой у нас произошел. Ну, в одиночку довольно проблемно все эти технические моменты отследить. Ничего не зафакапить. Привет-привет, пацаны. Я рад вас всех видеть. Всех Асаларидзе, который, по-моему, что-то лайкает у меня в Инстаграме. Замулжук. N74. Слышно, норм? А Эмбит вам слышно? Давайте, пацаны, подваливать. Я надеюсь, что вас будет сегодня много. Вот, потому что если вас будет много, возможно, мы привлечем внимание Кости, и будет эфир с рыжим станой. Вообще будет другой человек. Придет сегодня. Минут через 15. Будет со мной сегодня стримить. Привет, 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 привет. Скажи свое имя. Меня зовут Андрей Артамохин. Если кто-то вдруг не знает, но это странно, потому что обычно приходят любители хоррор-стримов моих конкретно. Их не очень много, но я почти всех, блин, поименно знаю, как бы это странно не звучало, потому что все активничают, что-то пишут ВКонтакте, еще куда-то, это безумно приятно. GTA 5 на ПК, буш. Пока с вами, ребята, общаюсь, первые несколько минут, тоже соскучился, уже давно вас не видел, охота с вами поболтать. Не видел, но я вас никогда не видел, надо с этого начать. Давно вас не слышал, не общался с аудиторией. Я бы вообще вот так весь день сидел, на самом деле, но я же знаю, зачем вы пришли. Посмотрите, как я визжу, как девочка. Привет, unknown player. Чуть поменьше можно. Бежи как телка, Андрей как телка. Ну, блин, не знаю, как телка, наверное, не получится, потому что немножечко уже возмужал. Но я надеюсь, по крайней мере. Каков шанс того, что я уже все забыл и буду пугаться? Велик шанс. Я помню, что будет в интрохе, но я вообще не помню мини... Ну, блин, Карафир вообще весь из скримеров состоит полностью. И все запомнить, ну, просто нереально, учитывая, что я очень давно проходил. Ну чё, все приготовились? Взяли себе покрепче за штанишки. О, как я помню, обделался. Да чё я тут, блин, цензурю сам себе обосрался вообще не по-детски, когда первый раз это увидел. Это просто был какой-то кошмар. Го почаще стримить на Твиче. Я, возможно, буду стримить почаще на Твиче. Правда, не знаю, насколько вам это понравится, но я планирую стримить World of Warcraft, потому что я активно в него играю. Не знаю, насколько это пойдет. О, я забыл про это. Блин, ну вообще, это жуть, короче. Это музыка, это что какой-то силуэт в окне. Я... Вот если есть чувство ностальгии, когда что-то приятное такое видит из воспоминаний, у меня есть чувство, не знаю, кирпичики, когда ты ощущаешь страх свой с прошлого, вспоминаешь, как это все страшно. Да как вы узнали, блин, с кем я буду стримить? Ничего интересного. Никаких загадок, никакого праздника не дали, блин, устроить вам сюрпризом. Альбукерки 1483. Чё почём сучара, жду сигнала. Да, ты сам разрушил всю атмосферу своего стрима. Только что. Тебя очень тихо слышно наверняка. Сделай себе погромче. И качество дерьмовое. Чё ты вообще пришёл? Все плохо. Про качество очень странно. Вот, вот так хорошо. То ли тебя как-то подлагивало, что ли? Играют. Ну мы растём, кстати, по зрителям. Давайте, пацаны, поднатужимся. А, это ты был? Спасибо, а то ну, я мать, думал... А кто об этом мог быть? Ну, не знаю, может быть, у меня есть фанаты скрытые в администрации группы ВКонтакте. Скрытый Игорь. Скрытый Игорь. Клёвая игра, согласись. Я помню, ты, по-моему, был, да, вроде на стриме, да, на одном из... На одном или на двух. На втором, что ли, ты был? Как меня громче. Сучара тихий. Атмосферу рушишь. Да, ребята, будет атмосфера нормальная. Сделай себя потише. Вопросов нет. Я себя громче сделал просто. Вот сейчас нормально, поровну. О, господи, ну почему я пугаюсь каждый раз? Ну-ка, давай. Так, мы играем на сложном. Ты вообще заметил, что этот мальчик похож на тебя?
Это клево, кстати. И афиши делать, по сути, не нужно, да? Ну, да. Особо так фотошопить. Играем под тактики. Ой! Странно, у народа буферит почему-то. Да там у кого-то буферит, у кого-то нет. Слушай, а на сложном-то им нужно до хрена ударов нанести, я хочу сказать, чтобы их убить. Так вот, ребята, возвращаясь к серьезной аналитике, я на полном серьезе считаю Cryofear одной из самых-самых страшных игр современности. То есть все старенькие игры, типа первых Silent Hill'ов, они, конечно, были безумно крутые, но их время уже безвозвратно ушло, и вам сейчас страшно там не будет. Слушай, я уже проиграл, по-моему. Спадливый. Да, здесь вообще... Ну, похоже, здесь вообще нельзя... Да. Ага. И нету сейф-геймов? Вы что, серьезно? Мне начать сначала? Игру? Ну, сейчас посмотрим, подожди. Да вы чё? Да вы чё? Ты 25 минут играл. Да не играл, я 15 минут болтал. А чё сейва-то не было? А чё сейв пропустил? Классно, вот это я вообще GLG Gaming показал сейчас на самом деле. Ну ладно, сейчас по-быстрому тогда пробегу. Можешь пока затереть аналитику про донат. Ну фейл, да, чуваки, простите. Ну ничего, сейчас быстренько пробегу. Ребята, готовим штанишки еще раз. Давай. О, боже мой. Нормально. Телефон свой спалил. Ну, ничего страшного. Спрашивает, когда мы с тобой покажем наши совместные стримы по FIFA. На самом деле, вы не поверите, но... Они стали нормально получаться даже, да, наши игры по FIFA. Да, они стали выглядеть хорошо. И что даже самое веселое во всей этой сказке, у нас очень потные игры, мы даже... Пахнет плохо после этого. Да, мы, кажется, заняли, как ты сказал, в словаре Дали, если открыть слово «пот», то там будут наши игры по FIFA как раз. Потому что, как мы играли, это, конечно, нечто. Но я, конечно, все так же сливаюсь, хотя один кубок я все-таки завоевал у Андрея. Даже почти тут... два. Да, даже почти два. Всего это 36, кажется. Андрей выиграл кубков, и один выиграл я. Но это вы сами... У тебя салют? Да. Нет. Да, действительно салют. Классный стрим был. Блин, ребята, ну надеюсь, что сегодня... Опять я испугался. Слушай, ну мне кажется, я совершил роковую ошибку, что начал на difficult, но ничего, хоть попробуем, что это такое. О, нормально, не станется, короче, когда я попадаю по нему. Блин, забавно все-таки. Пол хп потерял, все равно. Так а до этой вот, до этого места аптечка, у, не аптечка, кассет так и не было, да? Я так... Нет, я сохранился сейчас. Но, блин, это первый монстр, это, понимаешь, учебный, я потерял уже половину здоровья, здесь я просто вижу, кошмар. Да, как ты с ним борешься. Ну, это сложно, реально, это я не очень понимаю, легко. Понимаю. Я, кстати, ребята, расскажу вам cool story. Пошел я, значит, Сука такая. Да не было же тебя здесь. Здесь не было. Ну, пацаны, ну cool story же была. Блин, я что-то реально, короче, напуган просто до усрачки. Опять. Ну давай, про куличик. Так вот, значит, пришел я освещать свой куличик, а там куча-куча народу. Ну реально толпы стоят. А церквушка какая-то, ну прям на отшибе, в глубине района, новая. Вот, и думаю, что такое. В итоге, короче, подъезжает Майбах с кортежем. И просто под песню Snoop Dogg'а P.I.M.P. выходит оттуда патриарх наш, Кирилл, по-моему, если я правильно помню. Да, да. Московский. И идет, русский. Зачитывает, короче, в микрофон благословение всем. Я такой думаю, ни хрена себе, поставил свой куличик, он как отхлестал меня щеткой своей, короче, святой по щекам и по куличику, и я теперь просто пробафанный по жизни. Много человек получили по щекам от патриарха? Я прям не могу. Это настолько прекрасная история, я уже третий раз, кажется, ее слышу, она мне каждый раз больше нравится, правда. Чё там, блядь, в комментах? Заценили люди, историю? Да, им очень понравилась всем история, народ обсуждает. 50 оттенков патриарха. Нет, ребята, это не движок... А, фак. Это не движок Half-Life 2, я тоже... Сохранись, поэтому... говорят. А где я вам сохранюсь? Спасись и сохранись, да. Ребята, мне нельзя так шутить больше.
с этого момента, со вчерашнего дня, мне так больше шутить нельзя. Иначе щечки мои запылают. Я опять испортил атмосферу, ну блин. Огнем праведным. Был я слеп, господи, а потом получил по щекам и прозрел, как говорится в Евангелии. Это вообще не так, ну ладно. Сейв, 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 сейв май бури. Это уже у всех давно два монитора, но мне это не нужен второй, понятно. Момент. Давайте в 20. Напомни мне 22:15 отвлечься. Я захлебнулся в собственном страхе только что. Громко было, да? Да, нормально. Как доктор Зойберг. А, это Терон скинул 666. Терон купил модерку за 6 рублей. Это как? Ну, типа, подкупил. Ну, нет. Так, пацаны. Давайте без этого. Я надеюсь, ничего нового здесь не... Ну все, началось, короче, потекло. Ой. Так. Вколол себе. Подваришку, я смотрю. Андрей, почему Базузу? Да, расскажи свою cool story. Я слышал ее пару раз уже. Есть такой сериал «Футурама», который многие из вас наверняка смотрят, и есть там серия, называется «Колодец...» Ой, «Фонтан молодости», по-моему. Да, «Фонтан молодости», да. И там у профессора есть такая горгулья, и он ее называет Базузу. И я думал, что за Базузу. В итоге это Пазузу в честь какого-то... какого-то древнего бога злого, но мне услышалось Базузу, и я с тех пор так и перенял это на себя, потому что очень люблю Футураму, и особенно смешно видеть эти ники в интернете, и спрашиваешь, типа, что за фигня, чувак, зачем ты своровал мой ник? И они такие, ну я так же услышал, типа. Ну вот как ты думаешь, какова вероятность написания именно так этого ника, с одной О в начале, две ну, в конце? Ну ты мне говорил, мы же тогда смотрели, что после того, как ты на Стопгейме как бы появился с этим ником, он был занят уже много где. После этого, точнее, его заняли много где. При паузе тебя бьют, дурень. Ну, в основном народ просто общается. Пока вроде никаких этих... Если есть какие-то вопросы, не стесняемся. Ламповость 3000, разрушение атмосферы, все как вы любите. Обалдеть. Печара. Печара. Прыгай с балкона вниз скорее. Я погиб. 22:14. Это значит, что самое время. Так, где там последний сейф-то? Так, вот он. Где без хэпулики, наверное, да? Ну вообще здесь жесть, конечно, творится. Слушай, я выхожу и сразу за спиной эта хрень. Сейчас придется MLG просто показывать скилл. Не знаю, мне нравится. Мне все равно иногда, мне иногда много свободного времени остается, и я вот занимаюсь херотой. Ну ладно, не надо, давайте не будем тут срач устраивать там, кто чё, кто где, без этого, пожалуйста. Ферон, ну хорошо, ладно, вам тут это, начали брагозить какую-то фигню, давайте без этого всё. И в целом, интриги особой, наверное, нет. Для тех, кто читает все. Внимательно следит. Подожди, у меня просто очень напряженный момент. Так и знал. О, я сейчас разрядил просто обоим еще. Во всех смыслах слова. И ведь перезарядился. Так как. Не тупи, используй отскок. И перекат, укрывание. Я использую. Почему я сонный, спрашиваю? Ну, потому что я, на самом деле, в это время уже примерно ложусь. Плюс ко всему, я очень мало сплю. Сейчас я не знаю, почему. Я случайно сделал фотографию в Инстаграм, вместо того, чтобы ножиком его ударить. Блин, чертов хипстер. Не, загружусь, подожди, столько патронов потратил. Фак. Убили опять, Саша? Нет, я оставил один удар, у меня закончились патроны, и, блин, я не знаю, что теперь буду делать. Ты говорил, бей ножом, а ты... Да я ножом еще бы дольше его бил.
Live to win. Ты мне будешь озвучивать теперь, да? Да. Ох, а завтра же понедельник. Выходные, конечно, прилетели в УАЗ куда-то, я даже не знаю. Блин, кошмар. Ты понимаешь, что завтра понедельник? Да, понимаю. А я нет. Не хочу, отказываюсь это понимать, короче. Мы что-то как-то вообще пятница слилась со всеми остальными днями, и все очень стало все очень грустно. Вспышка света, и все, и уже да, понедельник. Да, и все, уже понедельник, короче, просто. Ну, здесь сейф. Мы прошли первую главу, кстати. А сколько всего? 7? Ну, что-то да, порядка. Как-то запомнил, по-моему. Да, по-моему, действительно 7. Я тоже хотел сказать эту цифру. Ладно, ребята, мы будем заканчивать. Спасибо большое всем, кто донатил, кто крутится в полосочке, кто не донатил и пришел просто посмотрел, комментил. Всем большое спасибо за то, что уделили внимание сегодняшнему эфиру. Спасибо Лене, что пришел. Спасибо Андреасу Ронбергу за такую хорошую игру. Я постараюсь наладить проблемы с своей видеокартой, как-нибудь это решить и обязательно постримить что-нибудь еще в ближайшем будущем. Какой заключительный классный спич. Да, ребята, всем пока. Да, чао.